Покататься на своем велосипеде по кировским дорогам не удалось Артуру Оганяну, велопутешественнику из Армении. Он успел объехать почти всю Россию, но в Кировской области его путешествие закончилось. Иностранец не продлил вовремя визу. В недолгий путь домой его проводила Анна Мамаева. Кировская область для Артура Оганяна, известного армянского велосипедиста, стала конечной точкой трехлетнего велопробега. После трех недель в спецприемнике он отправился на родину. Получается, что я первый человек, что 83 регион я надо было проехать. 13 тысяч километров проехал, доехал домой в Армению, весь зимой. А теперь из Армении въехал 27 августа 2010 году, чтобы объехать весь Россию, полностью весь регион. И более 27 тысяч километров я проехал. Доехал сюда Кирилл и все, свой якорь сюда поставил. За почти три года своего путешествия Артур проехал через Армению и Грузию и успел исколесить всю европейскую часть России. Ему не мешали ни снег и ни жара. На популярный интернет-хостинг велосипедист выкладывал видео своего велопробега. А верными попутчиками были собаки, немецкие овчарки. Ой, щеночек! Это сынок? Или вы просто... После ареста в городе Советск Кировской области 2 июня суд вынес приговор. Административное выдворение и штраф. Ведь больше двух лет велосипедист путешествовал нелегально. Миграционная карта была оформлена всего на три месяца. Артур свою вину не признал, ведь велопробег еще не был окончен. Впереди оставалось 17 регионов и долгожданная Якутия. Он объяснял это благими целями, что устанавливает связи между народами. Но какими бы благие цели ни были, все равно законодательство необходимо соблюдать. По законодательству нелегальный путешественник должен вернуться на родину за федеральный счет. Сейчас он доберется до международного аэропорта и, соответственно, потом он будет посажен на рейс и прибудет в Ереван. Путешествие по России, по расчетам Артура Оганяна, не должно было закончиться так быстро. Однако уже завтра он окажется на родине. Завершить свою поездку в Якутию он сможет не ранее, чем через 5 лет. Именно столько по решению суда Артур Оганян не имеет права въезжать в Россию. Анна Мамаева, Алексей Юферев, Даниил Кочкин, Бюро новостей Давича.